Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness и я его ведущий Сергей. Сегодня, в общем-то, мы с вами поговорим о том, что такое ИШИАС. ИШИАС – это воспалительный процесс седалищного нерва. И, в общем-то, о чем хотелось бы оговориться. Многие люди, которые страдают ИШИАСом, ставятся диагноз ИШИАС, либо вы, в принципе, должны помнить, что основным патологическим признаком ИШИАСа это являются радирующие боли в ногу и болит поясница. То есть болит поясница, идут прострелы регулярно в ногу и, соответственно, боль достаточно сильная, и многие даже не могут шнурки завязать. Как с этим бороться? Ну, во-первых, нужно запомнить, что если у вас даже малейшие прострелы какие-то появились, признаки, появится все остальное. Если вам простреливают в колено, со временем, не беспокойтесь, если не особенно не лечить, будет простреливать и большой палец ноги. В общем-то, ИШИАС – это такая вещь, которую нужно однозначно лечить и рубить прямо на корню. Это вещь, одна из самых подверженных рецидивов. Очень тяжело и долго лечится. Лечить ее обязательно нужно комплексно. Это стероидные и нестероидные противовоспалительные. Как правило, дело доходит до стероидов, гормональных средств. Это значит вся физиотерапия, которая у нас имеется. И электрофорезы, и различные массажи уже на стадии, когда у нас закончился период воспаления. И различные другие исследования, в общем-то, и исследования, в первую очередь, причин, которые привели к ИШИАСу. В частности, может привести к ИШИАСу сколиоз. И вам нужно посмотреть, конечно, желательно выпуск про сколиоз. Потом далее, что делать, если у вас появились прострелы в ногу? Немедленно идите к врачу. Если врач вам не дал направление на МРТ, идите на МРТ самостоятельно. Сейчас я очень часто сталкиваюсь с тем, что врачи в поликлиниках, так как экономят госские деньги, они в этом не виноваты, их выставляют, не злитесь на них. Они, в общем-то, не направляют на МРТ. И, в общем-то, получается, что у нас пациенты вынуждены сами, кто догадается, кто нет, сделать себе магнитно-резонансную томограмму, выяснить, скорее всего, причины ИШИАСа. Это, конечно, грыжа подвздошного отдела, как правило. И, соответственно, лечение вам лучше искать тоже не в поликлинике, где-то у частных специалистов. Ну, с вами был Кравцев Сергей, канал Medical Fitness. Задавайте свои вопросы в комментариях.